Любое вязание мы начинаем с составления выкройки или схемы нашего изделия. Схемы для вязания. Мы будем составлять схему. Из чего будет состоять наша шапочка? Из подгиба. То есть первое, что мы свяжем, это подгиб. Схема, на то она и схема, что позволяет нам достаточно вольно поступать с выкройкой. Нам не нужны точные мерки вырисовывать. У нас не шитье, у нас вязание. Нам нужны сантиметры. Мы их пишем, и вот такой вот схемы будет вполне достаточно. Далее. У нас пойдет прямая часть, прямой участок вязания и 4 клина. Собственно, вот наше вязание шапочки. Сначала мы с вами вяжем шапку, потом мы с вами вошьем ушки. Такой момент. На подгибе мы с вами будем вывязывать, я даже не знаю, брови, пускай это будут брови. Будем это делать вот так вот. На третьей шапке. То есть вот в этой части мы будем делать частичным вязанием брови, которые загнутся. Так, здесь пополам, делим пополам. В прямом участке мы будем делать разрез для того, чтобы вшить в него ушки, потому что у обезьяны ушки торчат сбоку. Если бы мы шили кошачью шапку, все было бы гораздо проще, потому что ушки наверху. У обезьяны все сложнее, поэтому мы будем вывязывать не только клинья, но и вот такие вот разрезы делать. Более того, уши при вшивании в эти разрезы мы должны делать так, чтобы петельные столбики, которые нашли, не нарушались. Поэтому тут специальная техника добавления одной петли на сшивание. Это очень важно. Иначе у вас все собьется, и здесь вот зажмется, будет уже некрасиво. Мы должны сделать так, чтобы было красиво, ничего никуда не загибалось. Итак, вот наша схема. Вот такая вот непонятная. Теперь сантиметры. Я буду вязать на размер 54. То есть окружность головы 54. Но учитывая, что это все-таки шапка, она должна быть поуже, я беру 53. Пускай будет 53, на сантиметры поменьше. Шапки, как правило, делают немножко меньше, чтобы она плотно на голове сидела. Высота. Подгиб у нас будет загибаться, поэтому берем от макушки до начала шапки, потому что подгиб загнется, он в расчет длины не входит. Вот эта вот высота шапки у нас равна половине окружности головы. То есть берем голову и... Можно взять старую шапку, которая вам нравится, надеть ее на голову и по ней померить. То есть не по шапке, а именно по шапке, надетой на голову. От основания шапки, от начала, вот вы надели себе шапку, от начала шапки до начала шапки с другой стороны, сантиметровой лентой померили вот эту вот высоту через макушку и поделили пополам, потому что наша шапка складывается. У меня это, так, длина изделия. 21 сантиметр. Длина-ширина. Высота подгиба небольшая, но тут можно и большой, и маленький, какой хотите. У меня он будет небольшой, 3 сантиметра. Вот здесь 21, вот здесь вот 53. Так, теперь что касается клиньев и разреза. Клинья, как правило, 7-8 сантиметров на такой разрез, размер. Если размер 56-58, то клинья 8-9. Вот такие вот. То есть длина клина, высота самого от основания до верхушки от 7 до 10 сантиметров в зависимости от головы. Но вряд ли вы будете на 60 размер вязать шапку. Вот на мой 54 будет 7 сантиметров. Если у вас 56-58 берите 8 сантиметров, 58-60 берите 9 сантиметров. Вот где-то так оно идет. Для того, чтобы четко по голове этот клинушек ложился и была очень такая кругленькая макушка. Если вы хотите сделать пимпочкой такой вот, то, конечно, берите не 8, а 10, не 7, а 10 сантиметров, будут длинненькие клинушки и будет стоять таким шлемиком на голове. Это тоже вариант, это тоже очень симпатично. Все зависит от того, что именно вы хотите связать. Теперь разрезы. Так, начал длину. 21 сантиметр общая длина, 7 на клине, значит на прямой участок идет 14. Прямой участок 14. Уши вшиваются в бок, поэтому просто делим прямой участок пополам. 7 и 7. Вот и поделили. 7, 7, 7 прямой участок, 7 участок с разрезами и 7 сантиметров на клине. Это
Примерно вот это все вольные мерки, которые вы как хотите, так и вяжите. Можете здесь меньше сделать, можете больше. Я не знаю, какие, может, вы огромные уши свяжете, а может, совсем малюсенькие. Смотрите, это на ваше усмотрение идет. Теперь наша задача сделать расчетный образец по всем правилам для вязания. И посчитать, сколько же у нас петель и рядов в одном сантиметре. У меня получается на четвертой плотности я буду вязать 4,62 ряда и 2,86 петли. Это в одном сантиметре. Теперь по моим меркам я подставляю петельную пробу и считаю, сколько у меня получается. Сколько у меня получается, какие размеры шапки у меня получаются. Так, начинаем считать. 53 сантиметра это петли. Петли 2,86. 53 умножить 2,86 равно 151,5. Делаю 150. Причем, смотрите, 150 делим на 4. 37,5. 150 на 4 не делится. Мне нужно так, чтобы все клини были одного размера. Плюс к тому, здесь вот пойдет сшивание. Один петельный столбик у меня пойдет на сшивание. Поэтому 37, хорошо, 37 умножить на 4 равно 148. Видите, 148 на 4, потому что у меня 4 клина делится. Значит, я беру действительно 150 петель, причем 149 и 150 петли, они в расчет изделия не пойдут, они пойдут на сшивание. Это петельный столбик, за который я буду сшивать. Он уйдет внутрь, и за счет этого у меня все клини будут одного размера. Надо это четко знать, что каждый раз к изделию, к любому, мы прибавляем петельные столбики сверх расчетного для того, чтобы за эти петельные столбики мы изделие сшили. Итак, на машинке 150 петель, 3 сантиметра подгиб, 3 умножаем на петельную пробу 4,62 равно 13,86, 14 сантиметров. О, рядов, конечно. 14 рядов это маленький подгибчик. Брови будем делать по месту вязания. То есть брови заранее рассчитывать мы не будем. Мы будем их вязать прямо по месту, вы посмотрите. Рассчитывать я их не буду сейчас. 14 рядов. 7 сантиметров. 7 умножить на 4, 62. 32 ряда. 32, 32. Ну и здесь получается 32 и 34, поэтому возьму 33. Пускай так идет, потому что у меня 32,34, вот эти 34 сотых у меня увеличиваются, и сюда пускай выйдет на лишний ряд, ничего страшного. Итак, я провязываю подгиб 14 рядов, далее вяжу 32 ряда прямым полотном, далее делаю вот такие вот разрезы, то есть вяжу раздельные полотна. Разрез это всего лишь раздельным полотном, я буду вязать 32 петли, ряда здесь, 32 ряда среднюю часть и 32 ряда заднюю часть. И клинушки тоже я вывяжу раздельные, потом их сошью, потому что мне все равно придется сшивать уши. 148 делим на 4 равно 37, то есть каждый клин 37 петель. Ну и здесь по краям плюс 1, плюс 1. Получается, это на сшивание, они в расчет не идут. 37 петель. Да, 37 петель. За 33 ряда я должна буду убрать 37 петель. Сейчас мы с вами посчитаем быстренько клинья. Собственно, 37 с краю отпускаем, провязываем вот этот разрез. 37 другого края провязываем тот разрез, потом серединку. Проблем вообще никаких. Главное делать меточки, где у нас серединки, но это мы в процессе вязания с вами ниточками сделаем метки, все будет отлично. Теперь моя задача за 33 ряда убрать 37 петель. Самое что ни на есть простое, будем делать графическим способом расчет. Берем табличку от единицы 1, 2, 3, 4, 5, 33, потому что у меня 33 ряда. Вот здесь вот, от основания клина до верхушки. Такой момент. Когда я вяжу клинья, я не делаю до одной петелечки, то есть я не делаю такой вот острый клин, ни в коем случае. Я делаю клин с остатками петель,
которые потом идут на стяжку. Так вот, как минимум 3 петли в клине у меня должно остаться. Потому что я делаю дорожку красивую, либо я дорожку не делаю, это уже на ваше усмотрение. Можно делать, можно не делать дорожку, петелек вот здесь. Вот если вы делаете дорожку, то должно остаться больше петель. Если дорожка из 2 петелек, то все 5 должны остаться. Потом мы их стянем, получится очень красивая аккуратная макушка. Главное на минимум петель выйти. Поэтому убирать я должна не все 37 петель, а оставить как минимум по 3 петли с каждой части, а здесь еще плюс одна краевая, здесь плюс одна краевая, вот оттуда, которые пойдут. Поэтому смотрите, это действительно очень важный момент. И получается, что я должна убрать не 37 петель, а 34. То есть минус 34 петли. 34 петли я убираю за 33 ряда. Ну что может быть проще? Пускай у меня останется не 3 петли, а 4. Это такая ерунда вот на месте стяжки. Поэтому убиваться вот на таких расчетах вообще не стоит. Более того, убавки вязания я не могу делать каждый ряд. Я убавки делаю через ряд. Это всегда надо помнить. И плюс к этому еще такой момент. У меня 34 петли с двух сторон. Клинышки-то идут уголком, то есть вот от середины я каждый раз делаю убавки, то есть получается, что половина здесь, половина здесь. 34 делю на 2, получается у меня с одной стороны 17 и с другой 17. То есть по 17 петель я должна убрать с каждой стороны и выйти на 3 петельки в самом верху. В каждом ряду я делать не могу, я делаю через ряд, и поэтому просто себе отмечаю. Минусим. 1, 2, 3, 4, 33 и 17. Практически в каждом ряду я делаю по одной убавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Идеально. Ну, на самом деле так идеально получилось, потому что у меня близкие значения. Если у вас вот так идеально не получается, выходите на то количество петель, которое у вас выйдет. Стяжка может быть чуть больше, чуть меньше. Это не существенно. Главное, что она хоть какая-то должна быть. Мы не выходим на остренький уголок, иначе у вас будет очень некрасивая макушка. Должно быть хоть немножко петель стянутых, тогда она будет очень аккуратно смотреться. Если вы не укладываетесь, значит, у вас остаются еще какие-то петелечки. Раскидайте их равномерно вот здесь же. Добавляйте вот к этим вот петлям равномерно. То есть сейчас у меня 17 минус это убавки, само собой. 17 с этой стороны. Такие убавки я могу делать с двух сторон одновременно. Поэтому я даже не буду делать их через... Эти убавки я вам сейчас покажу. Через ряд я делаю убавку и выхожу на то, что у меня получается в конце. Если у меня, например, надо еще убрать вот 20 петель, а у меня получилось здесь 17. Я добавляю равномерно. 1, 2, 3. Получается 17, 18, 19, 20. То есть вот в этом месте я убираю 2 петли. Как убирать? Обычным способом. Либо, если вы не хотите нарушать красоту вот этого клина, у нас он получится очень красивый, очень аккуратный, оставляйте больше петель на стяжку. Это не страшно. Тут все просто. Или делайте клин повыше. Тоже вариант. Тогда он немножко пошире у вас и повыше получается. Тоже лишние пару рядов погода не сделает, зато вы уберете еще 2 дополнительные петли в процессе вывязывания. Это не страшно, так делается. То есть главное, чтобы минимум петель, но стяжка какая-то оставалась на макушке. Равномерно распределили все эти убавочки и сейчас начинаем вязать. Берем вязальную машину, набираем вспомогательной ниточкой 150 петель. И начинаем вывязывать нашу шапку. Уши мы будем вязать после того, как шапка будет уже готова. Для того, чтобы четко знать, какого размера у нас уши. Знать, что шапка у нас получилась. Ушки вяжутся уже, когда шапка будет готова. Поэтому начинаем с шапки и берем машинку. Провязали несколько рядов вспомогательной ниткой. У кого нужны грузики, обязательно навешивайте на эту вспомогательную ниточку грузики. Пусть они оттягивают. У меня машина держит сама вязание, поэтому грузы я не надеваю. Итак, после того, как мы вспомогательной ниткой провязали несколько рядов, один ряд провязываем катушечный. Вот, видите, берем катушку, которая не рвется. Она мне рвет руку, режет, но не рвется. Это обычный лавсан, обычная катушечная нить из самой обычной галантерейного магазина.
Она, вот эта нитка, нам нужна для того, чтобы мы получили хорошие открытые петли. У кого-то в комплекте есть специальные шнуры, но эти шнуры не дают такого эффекта. Не дают. Вот, поверьте на слово, лучше пользоваться катушечной ниточкой. Берем катушку, провязываем один ряд на нашей рабочей плотности. Спустить. Так, оставляйте хвостики подлиннее, потому что катушечные нитки могут легко расходиться. Итак, теперь такой момент. Когда мы провязали один ряд катушкой, для того, чтобы у нас первые вот эти вот петелечки не развязывались, никуда не давали рыхлость для основного вязания, мы их связываем. Вспомогательную и катушечную с одной стороны. Этим самым мы затягиваем петлю, которая у нас идет вспомогательной ниткой и катушечной, и не даем возможности расходиться петли рабочей. То же самое делаю с другой стороны. Для этого всегда, когда я вяжу вспомогательной ниточкой, делаю так, что у меня начало хвостик с одной стороны, а окончание хвостик с другой стороны, для того, чтобы я могла привязать к ним катушку. Так, обнуляем счетчик. Рабочую ниточку коричневую или какую вы будете вязать, контрастную к основной шапочке. И по нашему плану 14 рядов подгиба. Вяжем сейчас вот эту часть, пока еще не брови, вот эту часть. 14 рядов простой вязкой, кулиркой на подгиб. Провязываем 14 рядов и останавливаемся. Провязали. Вот они, 14 рядов коричневых. Теперь моя задача вывязать брови. Так, какого размера я их буду вязать? Относительно середины. Вот у меня середина, как правило, нулевая платина. Вот она. Она есть у всех. Либо в таком виде, либо просто нолик стоит. Относительно нее мы будем делать наши брови. Не менее 10 сантиметров. Смотрите, лоб, как правило, 20, ну... От 20 сантиметров идет, поэтому минимум 10 и минимум 10 сантиметров ширина будет вот этой каждой брови нашей. У меня в одном сантиметре 2,86, поэтому длина 28 петель. Но я возьму 30 петель на каждую бровь. Пусть эта бровь немножко заходит к ушам, это ничуть хуже не будет. Удивленные такие глаза, разнесенные в стороны, отлично. 30, потому что 10 сантиметров у меня ширина. В одном сантиметре 2,86, это 28 петель, я округляю до целого числа 30. Прекрасно. От нуля 1, 2, 3, 31 и 32. Вязать я их буду по очереди. Для того, чтобы не запутаться и не забыть, поскольку у меня бровь будет вывязана с двух сторон, это частичное вязание, я откуда ухожу, туда я должна вернуться обязательно, иначе у меня будет сбитый краешек. Я сейчас отмечаю вот эти петельки, потому что на своей памяти я не рассчитываю, я буду вязать, мне об этом думать в процессе вязания не нужно. Сейчас я отмечу петельки и начнем вязать. Отмечать буду бумажным скотчем, обычный бумажный скотч. В общем-то, самый лучший способ или бумажным скотчем. Если у вас машинка светлого железа, вы можете отмечать маркером, потом смыть. Кто чем. Можно пластырь прилепить, как угодно. Самое главное, не стандартный скотч, не липкий вот этот клейкий полиэтилен. Иначе потом вы просто не отдерете от машинки. Итак, берем маленький кусочек скотчика и отмечаем иголки. Раз, продублирую другой стороны. Это пометка на рельсах. Машина на самом деле по рельсам не едет. Она не сильно-то его трет. Данная моя машинка, поэтому я отмечаю здесь. У вас, если машина другого принципа действия, другая, отмечайте на станине, там, где каретка не дотрагивается до железа. На круглом рельсе, на сильверах, на бразерах нельзя ставить такие меточки, машина их снесет. Ставьте метки на тех местах, на которых не касается каретка при проезде. То же самое, две меточки ставлю с другой стороны, 30-ю иголку отмечаю.
Вот это у нас несет точно длинная. 30-я иголка. Особенно если... Вот у меня четко платинки. Мне очень нравится в этой машинке разметка иголок. На других машинах нет такой четкой разметки, поэтому там отмечать обязательно. Иначе вы моментально запутаетесь. Ну и вот эту вот поставлю на нолик. Как раз посередочке, посерединке. Для того, чтобы тоже не перепутать случайно. Потому что когда мы вяжем, мы можем увлечься этим процессом. Так, где вот. И остановиться, когда уже поздно, придется все перевязывать. Все. Отметили, проверили, что ничего не слетает при трении. Отлично. У меня нить. Так, все. Так, линейку беру. Переднее нерабочее положение. Ставлю все иголки от середины. Нить вот. Выставляю. Сейчас буду в работу. Эту вот левую бровь, левую, потому что у меня слева нитка рабочая. Для того, чтобы не рвать нить. Если вам нитку можно порвать, если вам ее не жалко, еще проще. Мы сейчас вывязываем отдельно, никуда ничего не переводим. Может быть, так действительно проще. Каждую ниточку, каждую бровь провязать отдельно. И тогда мы с вами не запутаемся, потому что нам придется переводить несколько раз нити, и при отсутствии должного опыта не очень хорошо получается. Поэтому давайте, ничего страшного, у нас все уйдет внутрь. Отрезаем нить, ставим переднее положение, все иголки, кроме нашей брови, и начинаем частично вывязывать. Вот у меня 14 рядов на счетчике, обнуляю и... Смотрите, какую бровь я хочу вязать. Пускай она будет не очень острая, пускай она будет плавная. Убирать буду по 2 иглы. Мне не нужна очень огромная бровь. Поэтому провязываю один ряд. Запоминаю обязательно, потому что то же самое я буду проделать на второй брови и в обратном порядке. Это обязательно. Так, провязываю один ряд. Один ряд общий. Обвиваю иголочку, стоящую в переднем положении. И дальше начинаю выдвигать по 2 иглы. Могу по одной, могу по 3, как угодно. Чем меньше игл я буду выдвигать в переднее положение, тем острее у меня и длиннее будет эта бровь. Очень большая мне не нужна. По 2. 2 вперед. Обвила иголку, стоящую впереди, 2 с противоположной стороны. Я вывязываю то же самое, что мы вяжем носочек, пяточку. 2, так, это уже 3 ряда. 2 с этой стороны. 2 с этой. 2. Очень внимательно. Главное ничего не перепутать. Так, 2. 2. Еще бы можно было и серединку, конечно, отметить. Так, ну вот я и так вижу, что у меня 10 петель. Серединка у меня вот эти 2 петельки. Сейчас к ним и выйду. 2. 2. Ну, можно выходить до остренького краешка, а можно не выходить. Так, выходить к острому краю я, наверное, не буду. Оставляю. Сколько? 2. С одной стороны, 2 с другой. У меня осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6. Остаток 6 петель. Я запомнила это. Теперь такой момент. Для того, чтобы у меня не было ступенечек на брови, я могу провязать один общий ряд на всех иглы, а потом выходить на другую часть. Поэтому беру из этого же клубка, только с обратной стороны, чтобы не рвать ниточку, вторую нитку изнутри достаю, вот хвостик, и вяжу вторую бровь. Так,
Вот эти иглы я тоже отмечаю. Я их даже вот так вот все оптом заклею. Для того, чтобы... Так, раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Вот они. Я их заклеила, 6 иголок. Я уже не перепутаю. Потом просто сдеру бумажку и все. То же самое, только с другой стороны начинаю вязать вторую бровь. Ставлю ее. Так, у меня 13 рядов. Не забываю, что 13. Остаток 6 петель, 13 рядов. Я должна выйти на те же 13 рядов обязательно во второй части. Ставлю все это в рабочее положение. И повторяю все то же самое, только другой ниточкой. Сброс. Обязательно все записывайте. Забыть очень просто. Так, ряд. Обвили иглу и начинаем выдвигать по 2 иголочки. Раз. Ой, так, раз. Обвили иголку, стоящую впереди. Выдвинули противоположные 2 иголки. 2. Обвили здесь, выдвинули здесь. 3. Так, у меня 4 ряда, конечно. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 6 игл, как раз середина. Отмечаю эти 6 игл тоже, обязательно. Когда мы пойдем вязать обратно, вы поймете, зачем я это делаю. Так, эти 6 иголок тоже. Вот они, серединка. Так, теперь моя задача сгладить вот эти все обвивы, потому что на бровях они так вот домиком и пойдут. Для того, чтобы этого не было, есть такой секрет. Провязать на всех иголках 2 общих ряда. Но если я буду провязывать только здесь, у меня так, поэтому беру, здесь у меня хвостик оставался, к нему привяжу такой небольшой огрызочек и провяжу 2 ряда на всех бровях. Ничего страшного, я не буду провязывать на основном вязании, на подгибе, не буду его увеличивать. Я провяжу только брови. У меня вот здесь огрызочек такой остался. 2 ряда для того, чтобы сбить обвивы, обкруты все эти. Они очень портят вид. Они вот и придают такой неряшливый вид ступенечками, от которых очень многие страдают. Многим это не нравится. Сейчас мы это все уберем. Будет очень аккуратно смотреться. Так. Провязываем. Машинка уезжает. Раз, обвили с той стороны и выехали обратно. Раз, два. Все. Эта ниточка мне больше пока не нужна. Дальше ставлю левую бровь. Переднее положение, у меня общие ряды провязаны, обнуляю счетчик и начинаю то же самое делать. То есть ввожу, нет, так, у меня, извиняюсь, 6 петель оставалось. Вот для этого я их и отмечала. Получается так, 2 здесь, 2 здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. Обнуляю счетчик и смотрю, чтобы у меня опять вышло 13 рядов. Так, у меня каретка с другой стороны стояла. Так, обнуляю, обвили, провязали ряд, раз, и ввожу по 2 иголки, делаю все в обратном порядке, 2, по 2 иглы назад, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и на всех иголочках 13. Первую бровь связали, вот она, это у меня получилось. Ставлю в переднее положение, переезжаю ко второй брови. Здесь у меня рабочая нитка, вот она, не оторванная. Вышли на 13. Так, 6 иголок отмеченных. 1, 2, 3. 2, 2, да, 3. 6. Обвили иглу, стоящую в переднем положении. 1. Так, счетчик обнулен. Должна выйти на 13 рядов. 1. По 2 иглы выводим, как выводили. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, и на всех иголочках 13. Отлично. Эту нитку я могу отрезать. Метки снимаю, чтобы они мне уже и не путали. Они мне больше вот на эту операцию не нужны. Я снимаю все меточки. Потому что все, с бровями мы закончили. Моя задача сейчас. Главное меня не путать лишний раз. Видите, как отлично. Быстро приклеили, быстро сняли. Ничего больше на машинке и следов нету. Отлично. Возвращаемся. Ставим в рабочее положение все иголки. И провязываем 14 рядов подгиба. Вторую часть. Мы с вами провязали первую в начале. Провязываем сейчас вторую. 14 рядов подгиба. Обнулили счетчик, естественно. 1, 2 и еще 12. 14 рядов. И сейчас будем надевать подгиб на иголки. Теперь все наши открытые петлики, которые у нас вот тут вот на вспомогательной ниточке, мы надеваем на иголки. Всегда учитывайте, что внизу на одну петлю меньше, чем наверху. Поэтому первый узелок можете пропустить и надеваете дальше. Вспомогательную нитку мы снимать будем после того, как все наденем. Она очень хорошо нам показывает петельки. И за счет того, что у нас, видите, нитка желтая, мы наши петли очень хорошо видим. Вот они. Их не надо искать, их просто сразу берете и надеваете на иголки. Очень удобно. После того, как наденем все, можем снять вспомогательную нитку. Если у вас машинка с нитеводом, пускай на этой же вспомогательной грузики и висят. Не оттягивают нам нашу шапку. То есть снимите вспомогательную нитку после того, как мы закончим вязание. Тоже вариант. Все эти вспомогательные нити, после того, как воспользовались именно с применением катушечной, позволяют снимать вспомогательную нитку уже после окончания вязания, что очень удобно. Так, до конца надеваем. Очень удобно надевать таким вот тоненьким шильцем. К сожалению, оно не входит в комплекты ко всем машинкам, но его можно приобрести у нас на сайте, если очень интересно, потому что чистить машинку, ловить петельки, вот такие вот вещи очень, очень помогают. Так, до конца надевайте все петли всего ряда, там, где брови, тоже, неважно. Кстати, не забудьте завязать ниточки, все нитки, которые у нас были, крепко связываем. Можно
обрезать, чтобы они не были такие длинные. Они уходят внутрь подгиба, их будет не видно, они нам мешать не будут. Поэтому просто обрежьте все нитки, которые у вас будут болтаться. Когда мы соединим подгиб, эти все ниточки уйдут внутрь, их будет не видно. Сейчас до конца надеваем петельки на иглы. Надела все петли на иглы. Если у меня вспомогательная ниточка такая осталась, могу снять попозже, как я уже говорила. И провязываю этой же темной пряжей пару рядов основного вязания. Потому что если у меня немножко будет загибаться подгиб, будет видно, что у меня там начинается белая пряжа. Это некрасиво. Поэтому обнуляем счетчик. Один ряд, можно сказать, соединительный, он не будет входить в расчет. Второй ряд в расчет уже будет входить. Поэтому основной пряжей вот этой вот коричневый. Два ряда я провяжу. Причем первый ряд будет провязан на плотности посвободнее. У меня стоит рабочая четверка, оставили 4,5 или 5. Для того, чтобы этот соединительный ряд не был перетянут. Беру рабочую ниточку и провязываю один ряд на более рыхлой плотности, и второй на рабочей. Сразу меняю плотность и второй ряд провяжу. Все, с коричневой пряжей закончили. Теперь беру светлую и провязываю 31, потому что один ряд я уже провязала, но могу 32, будет чуть повыше шапочка, ряда до разрезов на всех иголках светлым полотном провязываю и останавливаюсь, будем вывязывать разрезы. Провязали светлой пряжей. Теперь моя задача вывязать вот этот вот разрез для уха. То есть мы провязали подгиб, прямую часть, и теперь будем вязать 3 раздельных полотна. Вот это полотно с уголком, вот это с двумя, и третью часть тоже с клинышком. Поэтому сейчас, для того, чтобы я разделила и спокойно вязала, мне нужно передвинуть мое вязание, вот эти вот 37 плюс 1 петлю, в сторону, желательно на пару петелек. Поэтому я беру, отмечаю, опять же, котиком маленькие меточки ставлю, могу сразу с двух сторон. Так, 3-4, вот здесь одна, и то же самое делаю с другой стороны. Здесь вторая, отметила метки, и теперь вот до этой метки я сдвигаю все мои иголки самым большим декером, как у меня есть, на желательно на пару игл. Для того, чтобы, во-первых, я сейчас добавлю одну петлю на сшивание, и чтобы у меня хотя бы одна петелька была, одна иголочка была между двумя полотнами, для того, чтобы мне легче было провязывать. Когда у меня вязание раздельное идет, очень хорошо, если между ними есть расстояние. Если у меня раздельное вязание вплотную находится, то очень, ну, вязать тяжелее. Теоретически, конечно, я могу провязать пару рядов и еще раз сдвинуть это все. Тогда будет гораздо легче уже. Но можно это с этим справиться и за один раз. Так, сейчас сдвигаем. С этой стороны делаю, потому что у меня здесь рабочая нитка, для того, чтобы ее лишний раз не рвать. Потому что мне все равно придется ее обрезать, когда я закончу клин. Осталось чуть-чуть. Самый большой декер, какой только у вас есть. На вспомогательную нитку набросовую можно снимать и передвигать, но это гораздо дольше. Все равно дольше получится. Особенно если вы вяжете каким-то цветным вязанием, ажурным, то может получиться, что вы еще и рисунок собьете. А так вы ничего не сбиваете. Все, передвинули. Так, на одну, на две, конечно. Передвинули. Две иголки у меня
разделяю два полотна. Вот на этих иголках я сейчас буду вывязывать вторую часть шапки. И для того, чтобы у меня было чем сшивать, я сейчас из предыдущего ряда добавлю петлю. Вот так вот. Все. Этот петельный столбик пойдет на зашивание ушей. Для того, чтобы у меня не сбилась дорожка. Эта иголочка остается сзади теперь. Эти все иголки, все уходят в переднее нерабочее положение. Вяжут только самые крайние. Крайние левые. Левые, потому что с этой стороны рабочая нитка. Если есть возможность, переставляйте счетчик. Если нету, считайте как есть. Вяжем тоже 32 ряда на одной части, на только одной четверти. Провязываем. Можно... счетчик я сбросила. И поехали. Не обвивая, ни в коем случае не соединяя провязанная часть полотна с теми иглами, которые стоят впереди. Мы ничего не соединяем, мы делаем разрез. Два. И так далее. Еще 30 рядов. Теперь, после того, как вывязали, вот эту часть мы провязали 7,7, 14 сантиметров. Моя задача провязать клин. Я беру расчет. Вот этот расчет, он пойдет один на все клинья. И просто кладу перед собой бумажку, вот этот листик с расчетом, прижимаю его линеечкой и смотрю. Первый ряд. Так, обнуляем счетчик, естественно, провязываем первый ряд клина. Первый ряд. Убавки с обеих сторон. Беру декер. Двухигольный, трехигольный, смотря какую дорожку я хочу вывести. Если дорожка тоненькая, одной петелькой могу брать двухигольный. Если хочу, чтобы дорожка шла из двух петелек, беру трехигольный. Если я вообще не хочу никаких дорожек, беру одноигольный декер и делаю пересадку петелек. У меня будет маленькая тоненькая дорожка. Я буду пересаживать две петли. Две петли сюда, две петли сюда. Пересадка декерами, такая вот убавка декерная, дает возможность убавлять петли с двух сторон одновременно. Не забудьте иглу поставить назад, чтобы машина, чтобы каретка не ударилась или чтобы случайно не ввести ее в работу. Провязываю два ряда, потому что на втором ряду я делать убавку не могу, я ее делаю через ряд. Второй ряд. Третий ряд. На третьем ряду я тоже делаю убавки по нашему расчету. Вот то, что мы насчитали, то, что мы написали с вами, так мы и делаем. Убавляю каждый раз по одной иголочке. Эти иголки назад не забудьте. Два ряда. Раз. Два. Пятый. Пятый ряд. То есть каждый раз, когда у меня каретка находится с правой стороны, я по нашему расчету делаю убавку до тех пор, пока у меня не останется 3 иголочки. Когда у меня остается 3 иголки, я могу снять их на вспомогательную нитку. Потому что потом, когда у меня закончатся все 4 макушки, я просто с этой вспомогательной нитки их соберу на единую нить, которые буду зашивать. Поэтому до 3 иголок делаю вот такие вот убавки, пока не выхожу на макушку. Связали первый клин. Вот он. Все нормально. То же самое делаем со второй стороны. По эту меточку переносим все петельки на одну, на две иглы в сторону. Добавляем петлю из нижележащего ряда. И провязываем 32 ряда по прямой и далее вывязываем клин по расчету. Делаем все то же самое, что делали с левой стороны. Получается две абсолютно одинаковые части. И после этого мы
приступим к серединке. В общем-то, там мы будем вязать то же самое. Сейчас выполняем правую часть и приступим к серединке. Провязали боковые клинья. Теперь на средней части, вот на вот этой широкой, провязываем свои 32 ряда. Делим полотно пополам и точно так же по одному клинышку вывязываем по нашему же расчету. Все один в один, только мы не будем делать разрез спереди. На всех иглах 32 ряда. Но при этом не забудьте, мы делали добавление петельки с краев на вшивание ушек. То же самое делаем здесь. Убираю метку, она мне больше не нужна. И добавляю по одной игле с каждой стороны. Вот эта иголочка пойдет на сшивание. За счет нее будут зашиваться ушки. Для того, чтобы мне не потерять количество, общее количество петель. Вот теперь, после того, как я добавила по одной иголочке с двух сторон, провязываю 32 ряда на всей серединке. Провязали. Делим пополам вязание. Передняя нерабочая положение. Иголка справа, значит левые иглы ставим вперед. Если у вас рычаги частичного вязания, обязательно их не забывайте отключать, когда мы ставим часть игл в переднее положение, для того, чтобы машинка не поставила их в работу. И на вот этих вот иголочках оставшихся вывязываем наш клин. Обнуляем счетчик. Не обвивая ничего. Ни в коем случае не обвивая. Так, один. И делаем такую же. Я провязала лишний ряд для того, чтобы увести нить в сторону. И просто точно так же делаем пересадки. Ничего другого мы не делаем. Вот так же по очереди делаем два клина. Все то же самое до минимального количества игл. Останется их 3 или 5, это не важно. Мы сейчас все стянем. Вот так же на вспомогательную ниточку. Вспомогательную нитку я не просто связала, но еще и закрыла. Для того, чтобы она случайно не распустилась. Потом, когда буду снимать петли на иглу, я их распущу и уберу. Итак, один. Все готово. Два. Три. В третьем ряду по одной игле. И так далее, и так далее. Вот так же до минимума. Провязали. Провяжем этот клин. Снимем его с машины. И довяжем по такой же точно схеме оставшийся клин. И шапочка наша будет связана. Ничего сложного. Пять. По одной петле и так далее до минимума. Закончим этот. Абсолютно аналогично провязываем последний оставшийся клин. Сейчас мы начнем вязать ухо. Ухо должно быть большое, массивное и двухцветное. Сзади оно коричневое, спереди оно светлое. Вязать его будем частичным вязанием. Как мы вязали брови, точно так же будем вязать уши. Набираем достаточно большое количество петель. У нас ухо должно иметь небольшую сборочку. У меня будет 40 петель. Сборка должна быть такая, чтобы ухо улеглось в 7 сантиметров. 7, потому что у нас вот здесь разрез 7 сантиметров. Поэтому сборочка. Обязательно провяжите сначала образец. Посмотрите, устраивает ли вас такой размер. Провяжите по моему размеру и посмотрите, устраивает ли вас такое ухо. И относительно вот этого уха, которое вы сейчас получите, будете корректировать свое. Дальше. Вот у меня середина. 20-20. Делю примерно на 3 части. То есть у меня получается 14 рядов. Я провязываю по прямой. Дальше начинаю делать убавки частичным вязанием по одной игле. Часть. 8 петель убираю по одной игле. Так, 8 петель, 1 игла. И 8 петель по 2 иглы. У меня получается более пологий такой спуск. И все, что осталось прямым участком,
У меня ухо получится вот так идет и прямо. Ну, вот здесь я немножко неправильно рисовала, здесь, конечно, меньше просто угол. Круто, полого, прямо. Здесь мы сделаем сборку, и у меня получается круглое ушко. Все на глаз, не надо убиваться на вот таких расчетах. Ухо позволяет нам вот так вольно с ним поступать. Причем такой момент. Первую часть мы вяжем коричневым, это спинка, задняя часть, четвертая плотность. Вот, так вот здесь четвертая плотность коричневого. Вот это для коричневого. 14 рядов, так, четвертую плотность, на которую мы вязали шапку, 14 рядов прямыми, 8 петель мы убираем с каждой стороны по одной иголочке и 8 петель по 2. Сейчас будем вязать ухо, я подробнее расскажу. Дальше, после того, как мы вышли сюда, центральную часть, берем светлую, ну, у меня бежевая, третья плотность. Здесь четвертая плотность, здесь третья плотность, тугая, туже. За счет этого у меня внутренняя часть уха станет меньше. Провязываю 8 петель по 2, ввожу в работу 8 петель по 1. И здесь не 14 рядов, а, ну, пускай будет 10. Может, 12. На третьей плотности 12 рядов по прямой. Меньше, чем коричневой. Все идет меньше. За счет этого у меня ухо будет стянуто внутрь. Оно, во-первых, у меня не будет отваливаться назад. И будет иметь такую вот очень интересную вогнутую внутрь форму. Если я буду вязать по прямой, я никогда такую форму интересную не получу. Мне придется ее иголками корректировать и как-то подшивать, подтягивать. Если я свяжу вот так, мне не придется корректировать ничего. Все будет связано само собой. Берем машинку, набираем 40 петель коричневой пряжи и провязываем 14 рядов. Лучше начинать либо обвивом, либо со вспомогательной ниточки. Я начинаю обвивом, мне очень нравится этот обвив на моей машинке. Вы берете вспомогательную нить, один ряд катушкой, потому что нам нужны будут открытые петельки, и провязываете 14 рядов. Сейчас будем вывязывать закругление ушка. Провязали 14 рядов, теперь у меня 8 петель по одной иголке. Выдвигаю одну иглу в переднее нерабочее положение. Раз, обвили, с другой стороны. Два, обвили. Три, то есть по две иглы, по три иглы, четыре, каждый раз обвивайте, пять, шесть, семь, так, проверяю, что 7, 8 с этой стороны, 8 с этой стороны, 8 раз по одной игле выдвигаем, теперь 8 по 2, 1, 2, обвили, 2 с другой стороны, 3, 4, 2 с другой стороны, по 2, 3, 3, 4, да, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 7, 8, все, я провязала половину уха. Черная мне больше не нужна. Беру светлую. Могу поставить плотность. Первым делом у меня плотность. У меня четверка стоит, я троечку ставлю. Тройку. Поменяла плотность. Очень важный момент. И поехали вязать.
связали, обвили. И по две иглы ввожу теперь в работу. Раз. Два. Все в обратном порядке, только на более тугой плотности. Дохожу до 8 иголок по 2 иголочки. Главное не перепутать, иначе у нас ухо будет несимметричное. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все, по одной. Дальше. Вводим в работу. По одной иголочке. Все очень-очень-очень просто. Машинка скользит по столу немножко. Так, остается по чуть-чуть. Вот по одной иголочке последняя игла. Провязали. Теперь здесь 12 рядов на всех иголках провязываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять, одиннадцать. Так, ну мне там уже 12. Счетчик отвалился. Все, ухо довязано. Снимаю на вспомогательную ниточку. Один ряд катушкой, чтобы не. Так, это мне больше не нужно. Один ряд катушки. Сейчас смотрим, что у нас получается. Так, побольше, чтобы уж точно не свалилось. Так, расправляем ухо. Сейчас посмотрим. Так вот. Получается наше ушко. Оно достаточно аккуратно связано. Сейчас мы его сложим. Будет вот так вот. Видите, оно загибается четко внутрь. За счет того, что внизу белого меньше, чем коричневого, вот если я их сложу, видите, оно не дает мне никуда уходить. Это ухо будет смотреть только вперед. Оно меньше изнутри, чем снаружи. Оно будет присобрано и получится совершенно круглое ухо, вот такое то, что мы, то, чего мы хотели. Не надо даже ничего придумывать. Вот так здесь загнулось, ну и ладно. Вот так вот оно будет присобрано, в 7 сантиметров уложено, будет совершенно круглое ухо вокруг, не вокруг, а из шапки торчать. Поэтому можем сейчас вязать точно такое же второе ухо и вошьем их шапочку. Нам останется только заделать отверстие. Кстати, вот эти технологические отверстия, которые получаются при провязывании прямых участков, мы обязательно зашьем, но их можно использовать для набивания уха. То есть я могу сделать ухо набитым, я могу набить туда синтепона и подшить. И у меня оно вообще будет железобетонным. Никогда никуда не перекосится, не перетянется, будет очень хорошо держать форму. Плюс к этому я могу проложить какой-то уплотнитель. Любой. Вот у меня есть стропа, у меня есть мизелин, у меня есть любые дублерин, что хотите. Только по уже готовому уху, когда оно будет уложено в шапку,
примет свою форму. Можно вырезать кусок дублерина, вложить, и все, ваше ухо будет всегда-всегда держать форму. Оно никогда вот так вот не загнется, грустно. Оно будет иметь вот такой совершенно четкий круг. Вяжем второе ушко. Вот что у нас получается. Немножко отгладила, отпарила нашу шапку, чтобы было понятно, что это такое. Подгиб мы его подошьем после того, как все будет готово. Уши. Уши будут вставляться вот сюда. Вперед светлым, назад темной. Темной частью. И моя задача сейчас просто взять и приколоть уши правильно, чтобы когда я буду надевать части вязания на вязальную машинку, я не ошиблась, какой стороной, что у меня куда идет. Вот сейчас я прикалываю уши. Они должны идти вот так. То есть вот, вот так будет стоять ухо. Черным назад, белым вперед одно ухо. И второе ухо точно так же черным назад, белым вперед. Приколю к задней части. Так вот они будут стоять, уши, так и есть. Приколола все правильно. Мне нужно было только обозначить, чтобы я не ошиблась при пришивании, не той стороны не пришло ухо. Мне пришлось бы все переделывать. Теперь у меня очень важная задача. Мне нужно посчитать, на какое количество петель я должна надеть эти уши. Потому что сшивать я буду на вязальной машинке. У меня мои 7 сантиметров, вот они. Теперь моя задача определить, на какое количество игл я буду надевать мои 7 сантиметров. То есть 7 сантиметров у меня идет по рядам. Это высота. Сейчас намажу еще черным. Вот. Это высота, это ряды. А мне нужно положить их горизонтально, то есть это будут петли. В одном сантиметре у меня 2, 8 и 6 петель. 7 умножаем на 2, 86. Так, 7 умножить 2, 86 равно 20. 20 петель. У меня уши 40 петель. Все очень просто. Получается, что на каждую иголочку я надеваю по 2 вот эти вот петельки от уха. И плюс протяжки от шапки. Мне главное было выяснить, какое количество игл я должна сейчас выдвинуть для того, чтобы сшивать шапочку. Берем вязальную машинку и пришиваем ушки. Двадцать посчитанных петель. Берем шапку. Вот здесь вот, помните, я прикалывала, как приколола уши, так и оставила их. Беру вот эту часть от начала уголка клина до основания разреза, лицом к себе, вот как приколола ухо, так и оставляю. И один петельный столбик, который я добавляла, четко его надеваю лицом к себе, еще раз повторю, на иглы машины. Равномерно, один целый петельный столбик. Серединку выбрала, серединку надела. Итак, серединку выбрала, серединку надела. Смотрите, чтобы четко шел петельный столбик. Его очень хорошо видно, перепутать сложно. Если перепутаете, будет очень некрасиво. Будет просто... Так, перепутали, лучше снять. Я вам говорю, сама надела не столбик, а протяжку. Петельный столбик – это полная косичка. Либо ориентируйтесь на... Следующий вот этот рядок петель. Берем серединку, надеваем и серединку. Так, надели первую часть шапки. Так вот это, чтобы не вытягивалось тоже, чтобы не лежало у нас нигде. Так, у меня машина позволяет
сделать вот такую вот операцию. И теперь беру ухо, и вот как оно есть, вот так вот надеваю протяжки одну, первую, последнюю. Могу ухо теперь отколоть, оно будет неудобно. И по две протяжки на каждую, петельку надеваю. Будет достаточно массивно это все, но поскольку вязать мы не будем, мы это все будем закрывать руками. Поэтому, если даже получится достаточно большое количество петель, это не страшно. Так, раз, два. Надеваем петельные столбики. До конца полный ряд. Надеваем по 2 петли нижней части уха. Потом сверху по 2 петли на каждую иголочку верхней части уха. Надели ушко. Снимаем излишние, вот эти вот все вспомогательные нитки, если они у нас есть, потому что они будут очень сильно сейчас нам мешать. Вот это вот здесь лучше не оставлять. И так очень сильное утолщение. Вспомогательную нитку сняли. Теперь проверяю, что у меня все петельки на месте, ничего не убежало. Ушко. И теперь загибаю шапку лицом внутрь, изнанкой к себе. И начиная от уголка, вот он, уголок, надеваю его на крайнюю иголочку. Точно так же целый петельный столбик я надеваю на иголки. Стараюсь, ничего не сместить и никуда не съехать. Здесь делать это может быть не очень хорошо уже, потому что слишком большое количество, слишком много чего у нас на иголках, но постарайтесь сделать это тоже аккуратно. Серединка, серединка и целый петельный столбик, не сбиваясь, пожалуйста, чтобы у нас ровные дорожки были. И после того, как мы наденем на иглы вторую часть клинышка, мы просто закрываем вязание, туго-туго закрываем, чтобы привязать уши к шапочке. И у нас уже никогда никуда это все не уедет, будет очень аккуратно смотреться. Все, надели. Вот такое вот достаточно серьезное утолщение появилось. Можем воспользоваться нитками, которые у нас тут висят после вязания, а можем взять новую. И закрываем удобным способом. Я буду закрывать тугой-тугой косичкой. Берем ниточку, берем косичку, крючок, прикрываем и начинаем закрывать с удобной для вас стороны. На петлю петлю-ловитель надеваю первый ряд петель, провязываю петельку. Если у вас вязание на колках, то ничего не надо. У меня колков нет, поэтому я надеваю петлю на иглу и аккуратно вытаскивая каждую петельку с таким большим количеством вязания, делаю петли. Главное это делать туго, потому что иначе будет некрасивый видимый шов. А так получается очень аккуратно. У нас никакого большого утолщения не происходит. Очень интересный способ соединения ушек и основного вязания. Именно вот такой. У нас минимальный шов остается внутри.
делаю, вот я связала эти ниточки. Можно было не делать так, но я так сделала. Так. Да, сшиваем. Если полотно начинает сваливаться, достаем еще одну иголку, навешиваем на нее и закрываем до конца наше вязание. Главное, туго, плотненько провязать. Обычно, если у нас такое тугое вязание, можно провязать ряд на машинке и закрыть, если вы не умеете закрывать плотно и одинаково. Но здесь такое количество полотен, что машинка просто это не возьмет. Так, отрываем последнее. Так, смотрим, что получилось. Так, смотрим, что получается. Вот ухо. Так вот идет шапка, так вот идет ухо. Вот обезьянье ушко. Его немножко уплотнить, вставить уплотнитель. И ухо от нас уже никуда не денется. Видите, какой аккуратный шов, очень тонкий. Ничего не будет мешать, ничего не будет натирать. Очень тонкий, достаточно тонкий шов, что очень-очень здорово. Ничего не торчит, никаких дырок, все отлично. Зашьем. Таким же способом пришиваем сейчас второе ухо. И будем зашивать клинышки. Все, все просто отлично. Пришиваем второе ухо таким же образом. Пришиты ушки, привязаны, видите, очень-очень тонкий шов, очень. Самый лучший метод вшивания. Практически ничего не остается. Так, уши пришиты. Наша задача сшить клинья. Когда мы заканчивали вязание, начинали вязание клиньев, вставляли ниточку подлиннее. Если не говорила, говорю сейчас. Начинаем вязать клинья, оставляем подлиннее ниточку этой ниточкой и сошьем клин. Берем катушку. При помощи катушечной нити вдеваем шерстяную нить в ушко иголки. С другой стороны катушечную делаем, из катушечной нити петлю, вставляем в петлю шерстяную вязаную ниточку и вытягиваем. Когда мы начинаем вязание клиньев, оставляем ниточку по длине этой же ниткой, мы будем сшивать клинья. Берем нить, вставляем в ушко иголки и начинаем сшивать со стороны, противоположной от нити. Просто вставляем. Вот мне петельный столбик. Видите, идет дорожка. За нее и будем сшивать. С одной стороны. И начинается. Вставили. И с другой стороны. Так. Все. И теперь подтянули. Будем сшивать за протяжечку. Протяжку с одной стороны подтянули с лица. Протяжку с другой стороны подтянули. Не, даже не затягивая. Протяжку с одной стороны. Это может быть показаться долго, но зато очень эффективно. Очень аккуратно и очень редко у кого не получается такой шов. Протяжка с одной стороны. Вот таким способом мы с вами сошьем всю шапку. И боковые швы, и клинышки за одну протяжку. Каждый раз берем следующую протяжку перед петельным столбиком, который у нас идет прямо. Вот, сшиваем, сшиваем, сшиваем. И тянем за ниточку. У нас получается шов. Такой, которого практически не видно. Он очень аккуратный. И поехали дальше. Сшиваем. Сделали несколько стежков, потянули. Очень долго, очень много не оставляйте без стягивания, потому что потом тяжело стянуть. Тяжело стягивается, если очень много стежков сделаете без стяжки. И до конца вот таким вот нехитрым способом сделали несколько стежков.
потянули. У нас вот так вот идет сшивание. Главное выдержать петельный столбик. Пойдут и будет сшита вся шапка. Точно так же сшиваем клинья над ушами и точно так же сшиваем боковые швы и подгибчик. Для уплотнения ушек берем старую папку, файлик. Для уплотнения ушек берем старую папку пластиковую, вырезаем из нее по форме ушей два контура и в технологические отверстия, которые мы еще не зашили, вставляем двух сторон одинаковые. Макушку стягиваем на стяжку, берем иголкой, продеваем ниточку в открытые петли, стягиваем и оформляем ее шнурочком. Шнурок я связала из коричневой пряжи, просто на трех иглах машины. Три иголки, вяжу длинное полотно, получается вот такой шнур на трех иглах. И моя задача теперь уплотнить ушки, стянуть макушку и оформить вот такой вот бантик, не бантик, на буквально на три пальца надевается цветочек вот такой вот и оформляется на макушку. Или вручную просто складываете этот цветочек вот так вот. Макушка и на макушку вот такой вот веселый бантик, веселые такие хвостики оформляем. Получается обезьянка с чубчиком таким. И, собственно, на этом наша шапка закончена. После того, как мы уберем все ниточки в подгиб, все нитки, которые близко к подгибу находятся, убираются внутрь подгиба. Те нитки, которые у нас находятся посередине вязания, мы убираем в шов. Например, у меня ниточка рядом со швом. Буквально пару стежков внутри шва. Главное, чтобы мне не попало наружу, на лицевую часть. 2-3 стежочка я могу отрезать эту ниточку. Она будет незаметна. То же самое касается всех ниток, которые у меня на макушке. После того, как я сделаю стяжку, все вот эти вот ниточки я связываю между собой, убираю их внутрь и отрезаю. На месте макушки у меня будет бантик, поэтому все это прикроется. Все остальное, можно сказать, практически готово. Вставляем шаблоны в ушки и все, можно на этом носить. На этом можно закончить, и шапочка готова. Так, стянули верхушку шапки, видите, получается очень аккуратно. Все нитки, которые у меня были, я связала между собой несколько раз и просто обрезала. У меня получилась очень аккуратная стяжка. Уши вставила шаблоны по размеру. И надо зашить их, эти технические отверстия, просто зашиваю. Аккуратненько, тонкой иголочкой подворачиваю внутрь под петельный столбик. Все, не остается зашить уши, пришить бантик. Можно вот здесь перетянуть подгиб. Будет вот такой вот интересный эффект, такой очко, как очочки, как брови вот такие. То есть можно оставить как есть, а можно здесь вот завязать бантик. Вот так вот еще будет интереснее. Вот здесь просто коричневой ниточкой стянуть, завязать узелок и при надевании опускать вот такие вот брови себе. Будет такая вот насупленная обезьянка немножко. Это как вариант ношения. Для того, чтобы украсить ушко, берем полосочку. У меня полоска 6 петель на 40 рядов. Такая маленькая узкая полосочка, 1,5 сантиметра. Продела нитку, вот той, которая закончила вязание, затянула. Получился такой полукруг. Прикладываю к уху и просто катушечной ниточкой, обычной тоненькой, подшиваю. Получается ушко не такое
Простое ухо получается очень красиво и интересно. Вот таким способом сейчас оформляю второе ушко. Подшила макушку, как у обезьяны, вот такие вот вихры на затылке. И, в общем-то, шапочка готова. Брови можно оставить как есть. Можно немножко загнуть. Можно набить синтепоном, чтобы они были потолще. Это уже на ваше усмотрение. Можно сшить подгиб, чтобы такие вот очки образовались наверху. Но, в принципе, подшив ушко, шапочка у нас уже готова.